И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на выживание. Да, все еще то же самое выживание. Вы думали... Ой, по микрофону ударил. Вы думали, я просто так откажусь от этой идеи прокачать себе персонажа? Да черта с два. Да, меня полностью зарейдили. Да, у меня ничего нету. Да, я забил на все болт и решил отдохнуть немножечко подольше. И тем самым я потерял все, что у меня было в луче. Ну, это разве меня когда-то останавливало? Во-первых, как видите, я уже построил плот. Я переехал на другой сервер. Я на один переехал сервер, там подразвился немножечко. Помните, там, где у меня был плот и здание полуразрушенное, ну, без двери. Я там восстановил все, как говорится, здание восстановил. И так как у меня уже стояли нужные, то есть у меня был плот и так далее, по мелочи, я там восстановился более прилично и уже там немножечко подразвился. Здесь, как видите, у меня уже немножечко есть того, немножечко, как говорится, этого, и казалось бы, все хорошо. Ну еще у меня есть немножечко и там, и здесь. Вот, погнали к лучу и посмотрим, что да когда где. Что же я хочу сейчас сделать? Ну да, конечно. Кстати, да, спасибо за ваши комментарии. О, это вы просто мне помогаете. Во-первых, подсказали то, что можно качаться дробилкой. К этому, конечно, мы еще когда-нибудь дойдем до этого, надеюсь. Вот, либо... да, либо не здесь, а... Ну, в смысле, не на выживалке, а где-нибудь еще. Ну, в общем, дойдем когда-нибудь до этого. Кстати, да, я опять сменил сервер. Если я это не сказал, то вот я вам говорю. Потому что тот сервер я вчера просто потерял полдня, я не смог на сервер зайти. Неплохо, пригодится, бутылочка у меня есть. Вот они у меня, еще дополнительный ресурс, как видите, здесь у меня есть топорик, ну и всякая фигня по мелочи. Я очень много чего здесь уже достал, добыл, у меня это все-таки было. Много чего, походу, дела исчезло, потому что я забыл перекинуть. А может и не исчезло? Короче, надо все это дело забирать. Вот, собственно, что я сейчас хочу сделать. Ну, во-первых, поискать нужное место. Во-вторых, мне нужно притомить летуна, чтобы я мог легче перемещаться там-сям, как говорится. Вот, в-третьих, что мне еще нужно? Что мне еще нужно? Каких-нибудь питомцев, которые будут мне помогать. 25. О, слушай, это крутая была идея. Он застакался и отлично. Отличненько. Просто обычно вся тухлятина превращается в ничто, в воздух, а все, что было пожарено, превращается в тухлятину. Поэтому как бы... А я сделал так, что все хорошо. Хорошо и хорошо. Что я, в общем, хочу сейчас сделать? Ну... Как я уже сказал, в первую очередь кого-нибудь притомить. А также мне нужно будет сделать большие грядки и так далее, чтобы у меня была хоть какая-то система защиты. Как говорится, будет хоть какая-то система защиты, будет уже всяко полегче. Конечно, будет показывать, что у меня якобы есть чем. Блин, я не ту кнопку нажал. Хотел существа глянуть, а что у меня там существа-то, блин, у меня существа нету. Вот о чем я говорил. Да, это будет показывать, что якобы у меня есть что зарейдить, но по факту мне нечего будет зарейдить, так что чуваков будет ожидать большой и жирный болт. Вот, потому что у меня всегда нечего рейдить. Да, я бомж. Я всегда извечный бомж, я не стараюсь как-то к чему-то стремиться, к такому сверх такому, прям такому, раз такому, так как мне это не к чему. Меня так и так зарейдят, я это просто, потому что в этом уверен на 100%, поэтому смысл мне как-то пытаться развиться куда больше, чем нежели я имею возможности развиться. Вот. Поэтому, ну, как бы, видите, да, все вполне нормально. Развился я до металла вообще легко и быстро. Самая, опять-таки же, главная проблема – это добыть кожу в самом начале. Добыли кожу, добыли металл, и нет проблем. Состряпали печку, а там металлические инструменты, и все просто замечательно. Вот такие вот дела. Что сейчас я собираюсь делать? Ну, во-первых, да, поискать место. Кстати, да, видите, немножко модифицировал свой плот. Пока что здесь второго входа нету,
и решил, что а зачем люк ставить? Какая разница, есть люк, нет люк. Как бы ходить он мне не мешает, так что все нормально и без этого. Зато нет лишних заморочек с открыванием и закрыванием люка. Зато вот я могу спокойно брать и перемещаться туда, куда мне нужно. Вижу камня много. Кстати, давайте-ка я камешка подзалутаюсь. Раз уж я камня вижу много, я там вижу какую-то постройку. А, у меня труба исчезла, кстати. Точно, у меня некоторые луты сейчас. У меня была труба. У меня некоторые луты исчез, но это все фигня. Я сейчас могу трубу по новой состряпать. Не зря я кристалл добыл. Да-да-да, там у меня металлические слитки пищи. Да, короче, фигня. Все, что у меня исчезло, то я уже и сам себе добыл. Так что это все фигня. Так, что мне надо? Мне, наверное, надо будет волокно. Давай еще и солома, короче, я не помню, что на трубу надо. А, просто волокна надо было, да, солома не нужна, все-таки я правильно подумал, ну да, и бог с ней. Такс. Конечно, можно было сделать окошки, но я посчитал, что окошки немножечко зашквар, так как... Ага. Сморфики, да? Ну, я там, по крайней мере, не вижу этих турелек в виде растений, поэтому как бы уже намного легче. Что сейчас я делаю? Я добываю, хочу добыть камень, чтобы достроить себе, ну, благо камень рядом есть, почему бы и здесь и не попробовать не подобывать его. Постройка? Да ладно. Зарыжено. Ой, откатило. Монголо! А, принадлежит Лижин, а этот Red Barger. Red Barger. Без понятия, короче, у меня с английским дерьмо, а лома на английский это вообще еще хуже. Фух. Вчера, короче, ой, вчера я такой фигней страдал, вы не поверите. Я, во-первых, снял выпуск по Крусауту, возможно, он выйдет завтра. Вот. Также снял выпуск, с которым я немножко повозился с редактированием звука и так далее. Вы это все увидите на моем канале по кроссауту. И, в том говоря, я в игру по кроссауту немножко добавил звуков. Не знаю, мне прикольнуло как бы. Я, конечно, уже этот выпуск, ну, 10 не 10, но уже раз 8, наверное, пересмотрел, так как мне пришлось редактировать и так далее. Но что-то на последнем монтаже пошло не так, и да, пошло не так. Посмотрим, что из этого выйдет. Если что, придется переделывать, и выйдет этот выпуск попозже. Ну, как бы такие вот дела. А, ладно, чё, камешка я уже и сам подобываю, почему бы и нет. Ну, что интересно будет, включусь. Да, сейчас вот бегаю, добываю ресурсы, и потихонечку вырисовывается у меня идеальный для меня сервер. Сервер совершенно, чтобы был без модов, чтобы были такие инструменты, как пистолеты из мода Структур Плюс, S Plus, просто говоря. О, прикольно. О, их двое. Пистолеты, чтобы убрать постройку, ну, там, это, перетащить лут и так далее. Только эти пистолеты, больше ничего. Дальше, что бы еще не помешало? Ну, получается, пистолеты стаки в 5 раз больше, чем мы имеем. К примеру, здесь 100, значит 500, здесь 200, значит 1000, чтобы экономить место в шкафах. Что еще? Риты? Ну, максимум 2x. Да, максимум 2x риты, и этого будет вполне достаточно. Все. Это для меня идеальный мир, арка для именно игры, существования, развития. Было бы интересно именно так развиваться. Для чего 2x риты? Ну, так как я играю в соло, мне некогда добывать ресурсы. Ну, тяжело в соло добывать ресурсы. На 2x, когда было, до 5 июля, когда были 2x, это просто кайф какой-то был. Это было реально нереальный кайф. Я добывал ресурсы в нужном количестве, которые мне нужны были.
Я строил все, что мне нужно, я делал все, что мне нужно. То есть без лишних заморочек. Это было здорово. Сейчас же опять рейды включились стандартные, и стало немножечко тяжеловато. Добывать ресурсы — это время тратить много. Для чего нужны стаки? Вес и так далее мы не трогаем. Стаки нужны для того, чтобы ты мог в один шкаф сложить, вот чтобы не было не 5 слотов, а один слот и так далее. То есть, ну, это же удобнее, это намного удобнее. И так ты просто меньше тратишь время на растаскивание по инвентарю, то есть и так далее. Это очень удобно. Только стаки. Ни вес не уменьшает, ничего. Чисто стаки. Это здорово. Ну и пистолеты из S+, почему я считаю они нужны? Вот это же говно. Почему я считаю, что они нужны? Ну, потому что у меня сколько раз было так, мне приходилось ломать свою структуру, чтобы перетащить ее. То есть я неправильно поставил, мне пришлось сломать структуру. Я опять что-то не так сделал, мне пришлось сломать структуру и так далее. Благодаря этим инструментам можно без заморочек ставить структуры, перетаскивать их и так далее. То есть это было бы очень замечательно. Это для меня идеальный мод. Но, к примеру, на стаке можно сделать мод, то есть, ну, в смысле, поставить на что? А чё я там еще говорил-то? А, на 2x это можно, конечно, сделать, это без проблем. А вот мод на пистолеты, это нужно создавать с нуля. И здесь уже придется переделывать мод из S+ то есть вынимать предметы из S+, а именно пистолеты на структуру и на разрушение и собирание предметов. То есть создавать их в отдельный мод. Здесь уже немножечко проблема. Конечно, полностью S+ мод был бы неплохо, но он немножко читерный в этом плане. Достаточно будет этих инструментов. Так вот, меня спрашивали, ты будешь открывать свой сервер? Меня много раз спрашивали про это. Будет ли у меня сервер и так далее. Так вот, если будет когда-либо у меня сервер, то он будет именно таким. Он будет сделанный в таком плане. То есть 2x, стаки 5x, статы все то же самое, левел все то же самое. По возможности, ну, если не получится сделать, то без них, если получится, то с этими инструментами. Вот такие вот дела. Я не думаю, что он будет пользоваться большим спросом, этот сервер, но как бы если он будет, то он будет именно таким. Напишите свое мнение в комментариях, нравится ли вам такая задумка такого сервера или нет. Я уже посмотрю, если вообще задумываться, если смысл задумываться об этом сервере. То есть вообще, о чем его таком? Ну, просто я сейчас пока добывал ресурсы, мне это пришло мысль в голову, так что пишите свое мнение в комментариях, мне оно очень сильно важно. Ну, вот так вот и живем. Домик потихонечку доделал, и все хорошо, теперь полностью в камне, ну не считая рампы. Сейчас отправляюсь в путь. В путь не знаю куда. Что мне вообще нужно для развития? Мне нужен камень. Камень, металл, цементная паста. Да, в этом-то и вся загвоздка. Камень добывается у нас Деликурусом. Металл добывается Анкилкой. Да, цементная паста — это лягушка. Ну, давайте решать по мере поступления. Цементная паста, конечно, лягушка — это хорошо, но надо жрать насекомых. Насекомых в виде стрекоз, муравьев. Да, далеко они от болота, стрекозы и муравьи. Да. Их лучше всего добывать на вот этих вот подковах. Да, такая вот проблема. Кто еще у нас камень добывает? Только подводные существа. Придется по ходу дела томить Деликоруса, но маленьким левлом. С маленьким левлом.
Да. Но для начала летуна. Обязательно надо летуна притомить, хотя бы хоть какого-нибудь левела, чтобы он у меня был. Я вот просто смотрю на домик такой красивый, прикольный. Это просто здорово. Надо сейчас тормознуться и посмотреть. Кстати, напишите, не, если, конечно, считаете нужным, если у вас какой-нибудь маленький трайп и так далее. О, красота. Вот это реально красота. Бургер Кинг, вот это красота, вот, вот это молодцы, вот. Реально, блин, я такую красоту не смогу сделать, чисто физически. О, кстати, получается, что, а, нет, нет, я думал, на этом, на башке прям построились, нет, там же рядом островочек есть. В общем, о чем я имею, что я имею в виду? Если у вас какой-то маленький домик и так далее, или вообще вы в целом хотите словить хайпа, ваш трайп хочет словить хайпа, да? Мне, конечно, не на моих видосах это ловить. Ну, все равно. Можете написать имя своего трайба. И не, если вы думаете, что вас из-за того, что вы написали имя, название трайба, вас зарейдят, нет. Не пишите. Вот. Для чего я это спрашиваю? Для того, чтобы, ну, а вдруг я увижу вашу маленькую халупу, и не было такого, то что, вот, ты меня зарылил на видосе. Вот, что вот этого не было. Да. Не хочу родить своих подписчиков, причем просто так. Только за дело. Ну, вот, поэтому, как бы, если боитесь, что я вас зарыжу, напишите. Если боитесь, что вас кто-то зарейдит из-за того, что вы написали, не пишите. Такие вот дела. Ну а я что? Я продолжаю путешествие. Хотя, а чё я продолжаю путешествие? Птерчики-то здесь летают. Чё я в натуре? Так, мне нужен лук. Мне нужен лук. Мне нужен лук. А что для него нужно? Ой. А, дерево волокно. Кожа-то не нужна. Дальше мне нужны стрелы. Мне нужны стрелы. Я не помню, что на него, ну, на них нужно. Вот, что мне нужно. Полтишочек, отлично. Дальше мне нужны наркострелы. Отлично. Отлично, отлично. Потихонечку делать. Много стрел. Так, дальше что? Мне нужен обязательно болос. Болос, болос, болос. Для этого мне нужен камень. Так что не зря я кожицу взял. Так, волос. А, ну да, солому уже я все потратил. Дальше мы делаем наркострелы. Также все, почему бы нет, какая разница, куда я буду тратить на наркоту. А, вот. Наверное, какая разница. Давай сделаем вот так вот. Да, ну так, мне же нужен будет наркотик еще и это, того, создавать. Вот такие вот делюшки. Такс. Замечательно. Ох. Вот так вот и живем. Так, что мне сейчас нужно? Мне нужно вот это снарядиться и зарядить это. Дальше мне нужен болос. Болос-болос у меня здесь, отлично. Дальше мне нужно вот это вот все скинуть. И пойдемте искать птерчика. С трубой птерчика искать уже намного легче. И это здорово. Так. Так, я вижу птер на берегу. Ага, конечно. Так, это чайка. Чайка, сраная чайка. Поник. И я в воде. Зарыжено. 25. Вот это было бы неплохо. И это 25. Вообще здорово. Так. Не хочу там иметь большого левела, потому что это займет очень крайне дофигища. Просто до жути много времени. Рип Гривер Лауч. Рип так рип. Кстати, а ты там у нас кто? О, тоже Бургер Кинг. Отлично. Я смотрю, вот здесь дофига застроились. Угу.
У нас 145, а нет, Т-25 уже туда прилетел, отлично. И здесь Бургер Кинг. Я думаю, их-то и вы и зарыдили. Ну, мне строиться-то тут не нужно. А что такое, а? Какаха приземлилась и сразу взлетела. Да. Что-то пошло не так. Не, ну не скотина ли, а? Смотрите. Он в этой речке спавнится, оказывается. В этом странном проливе, в маленьком, в котором он застревает, он спавнится. Прикиньте. Вот такие вот дела. А я не знал. А, ну да, я тут, короче, поплыл в другую сторону, решил, что где-нибудь там поймаю его, наверное, поймаю его. Да-да-да, поймаю его. Отвязался от меня. Здорово. Не плавайте здесь, короче. Он здесь спавнится, оказывается. Я сколько по морю плавал, хоть бы один встретился, а тут в речке сраной проливе долбанном. Ах, зол. Какое я чудо наблюдаю. Открытые ворота, висящие в воздухе. Наверняка ворота в рай. Не, ну а куда еще может быть ворота вести, висящие в воздухе? Еще открылись так. Не, мне пока туда рано. Так что погнали искать птера. А вот и птерчики летают. Ну давайте посмотрим их. Может они хотя бы подадут мне по левелу. Да и место здесь, видите, такое более или менее спокойное. Ну, собственно, такое место-то и выбирал, чтобы оно было более или менее спокойное. И я мог спокойно делать свои грязные дела. Такс. Где-то там? Да что? О, 20 левел, отлично. Посмотрим за ним. Тут вспомнил, блин, мне тут полчаса про АФК жил. Вспомнил, что мне нужно нарубить мясо. Вот, косточки все эти разрубить, короче. Ну и чтобы это на маленькие кусочки были. Да, тут я понял. Дерьмовый из меня дровосек и мясоруб. Точнее, просто мясник. Очень дерьмовый. Да. Ну, зато садист из меня был бы вообще просто идеальный, поэтому такие вот дела. Кстати, я ж только что здесь видел луч. Сам сейчас или не сам? Эта загадка останется тайной для меня. По крайней мере, энное время. Раз. Два. Три. О, отлично. Такс. Все просто пока что здорово. Если все так же и пойдет, то у меня будет терчик. Снова. Стоит. Мне нужно мясо. Мне нужно мясо. Мне нужно мясо. Тик. Идем, дерьмо, где ты? Кущи, кущи, дорогой. Как бы от того, что я сразу мясо закину и так далее, разницы никакой нет. Как видите, есть еще время ждать и ждать и ждать и ждать, чтобы он начал хавать его. Храпит? А здесь всегда внутренняя сторона для нас. Отличненько. Я прям ощущаю, как колев мне мало. Не зацепил. Реально повезло, не зацепил. Такс. Эй, алло. О. Так, здесь тяжело пройти, здесь и подавно. Все пока что замечательно. Одна непродумка. Блин. Мне надо выход на крышу делать.
А, кстати, да, у меня тут это седло на стега. О, это здорово. Я думал, чертеж. Седло еще круче. Отлично. Так, это все забираем. И сейчас мы пойдем лутать наркобейрики в большом сраном количестве. Потому что у меня их нету. А наркотиков этого будет мало. Это будет мало. Так, ну хотя зачем они мне сейчас? Потому что мне они не нужны. Ой, это что за гадость? Фу-фу-фу. Так, мне вот это надо. Так, это все скидываем. Ну и наркотик, пускай здесь лежит. Да. Что у меня там по еде? Ой, все плохо. Ну, а я что? Я пошел. Ой, а что у меня такой экранчик фиолетовый стал? По краям. Вот. А какую фигу у меня было оглушение? Я наркотик сожрал. Ясно. Блин, томится по 4% за раз. Нафига вам. Долго придется ждать. Ну, что поделать. Да. Собираю траву, короче, собираю. Смотрю, шкаф стоит. Подхожу, пин-код. А в руках только копьем. Конечно, киркой все-таки лучше, как мы выяснили. Несколькими сериями раньше. Экономнее. Да. Но я не удержался. Я решил, что не, туда идти за это. Не. Вот, надо ломать, короче. И, кстати, да, я теперь понимаю, почему ручная работа ценится хорошо. Прикиньте, сколько ударов копьем он выдержал. А воткни бы я шкаф в обычный, металлическое копье в обычный шкаф, то он бы уже продырявился бы. О, что-то есть. Не зря ломал. Ух ты, ладно. Нефть есть. О, круто. Крутяк. Я пошел. Зачем мне нефть? Как вы думаете? Да просто так. Ну, конечно же, не просто так. Нефть мне нужна для того... О, кстати, металлический топор там был, что ли? О, здорово. Металлическая броня. Копье. О, вот это здорово. Ефим. Все сделал Ефим. А для чего? Граната. Граната требует 4 нефти как раз. Кожа, порох, слиток металла. И у меня будет одна гранатка. А это уже здорово. Это уже просто замечательно. А у меня камень. А, камень есть. А, стоять! Я ж тут тамлю, типа. Тихо. О, ты нифига себе. Что там за беспредельчик плюется? Слышь, я тебя плюну сейчас. Я тебе что-то плюну, выйду только. Кстати, да, выход ворон. Да. Ну, а вход вы сами видели. Жемчуг, ё-просто. Что я тут только не нащёл? Ой, а нафига жемчуг-то взял? Мне камень-то нужен был. Здорово. Так, и... Вуаля! Первая граната. Первая граната на выживалке. Да, это здорово. Это знаменательный момент. Чайка, что ли? Ноги, ну, а дальше собирать странную траву. Траву. Да. Пока бегал за это, ну, за травой, немножечко упустил. Ну да и бог с ней. Короче, не судьба. С этим птерчиком поймаем другого птерчика. Так что все хорошо. Уже тогда получше подготовлюсь. Соберу ягоды. В нормальном количестве уже не сделаю наркотиков в нормальном, опять-таки же, количестве. Фу, ну да и ладно, как говорится, не судьба, да и фиг с ним. Сейчас смотрю просто эту. Нет, я все потратил, это у меня все. Но зато я
Состряпал первую свою гранату здесь. Так что все замечательно. Все просто великолепно. Как говорится, ну да, и бог с ним. Ладно, пособираем немножечко наркобарики, а там уже посмотрим, что такое. Вон он где-то, вроде бы это он летит. Вот, пособираем немножечко наркобарики, а там уже будет видно. Да, он 20 левел. Там уже будет видно, что да, когда, где. Чуть-чуть не успел, прям переносом. Я даже собирался его обратно схватить, но он у меня вылетел, он в этих застрял, в полях. Ну да и ладно. Вот такие вот дела, народ. Как говорится, не без фейлов мы живем, а на фейлах выживаем. Ну да, все эти сборы лучше, да и серия уже полчасовая получилась. Такая тухленькая, но зато на следующей неделе будет что-нибудь да интересное. Куда-нибудь гранату израсходуем, что-нибудь попробуем взорвать какую-нибудь построечку и так далее. Ну а на этом уже сегодня точно все. Все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Вот там вот кнопочка. Да, вот на всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.